Всем привет! На связи магазин экипировки ProEquip. Меня зовут Филипп, и сегодня у нас на обзоре куртка джинсовая мотоциклетная Starks Ghost. Starks Ghost — это у нас классическая мотоциклетная куртка, целиковая, практически нет здесь никаких вентилирующих отверстий, но в принципе для джинсовой куртки это практически не актуально. Джинсовая одежда продувается очень и очень серьезно. По защитным вставкам. Здесь у нас есть защитная вставка в локтях и в плечах, и сразу же они стоят D3-шные. Есть возможность установки защитной вставки в спину. Также у нас здесь имеются молнии, чтобы одевать перчатки с более высокими накладками или, например, с дополнительными щитками. С внутренней стороны мы видим сразу, что у нас полностью вся ткань сетчатая. Значит, что, в принципе, и на впуск, и на выпуск куртка будет отлично вентилироваться. Карман для всякой всячины, он у нас не прирезиненный, не нейлоновый. Вот так чисто летом поездить, но если в дождь попадете, лучше, конечно, либо в пакет замотать, либо что-то еще придумать. Но водонепроницаемости у этой куртки, естественно, нет. В принципе, я думаю, на этом все. Если вам понравилась эта куртка, то ссылку на нее мы оставим в описании. А на этом все. С вами был Филипп, канал магазина ProEquip. Подписывайся на наши обновления, ставь большие пальцы вверх. До скорого.